Жду распоряжений. На связи штаб. Найди противника. Прекращаем поиски противника. Продолжаем патрулирование. Похоже, некоторые из этих пушек защищают завод. Смысл есть, если подумать, да? Ясно. Здесь чужак. Всем отрядам вступить в бой. Найди и переключи рубильники защитных пушек. Так они останутся без питания. Когда они перестанут работать, мы отправим спеца, который перепрограммирует систему управления пушками. Пусть вместо нас палят по черной руке. ЗРК к бою готов. Противник в районе действий. Ясно. Какого? Здесь чужак. Всем отрядам вступить в бой. Пушка отключена. Близко. Осталась одна. Последняя пушка. Славно. Там на дороге парень ждет. Он тебе поможет взломать систему, Рико. Мистер Родригес, я выбегу, когда услышу сигнал. Привет, мистер Родригес. Приятно работать вместе с вами. Аналогично. Так что, на заводе есть 3 центра управления. Нужно доставить меня к каждому из них, чтобы я перепрограммировал пушки. Хорошо. Нет контакта с противником. Перегруппироваться. Да. Штаб, у нас чужак внутри периметра. Подтверждаю контакт с противником. Можно атаковать.
Давай вот так. Не торопись. Противник не стал наступать. Сохраняем бдительность. Штаб, у нас чужак внутри периметра. Хорошо, работаем. Еще пару минут, мистер. Я прикрою. Всем отрядам, у нас прорыв периметра. Уничтожить постороннего. Мистер Родригес? Работай дальше. Хорошо было. Вон, там справа еще один пульт. Вот так. Обнаружен воздушный транспорт. Оружие готово. Еще один. Колеса есть? Стреляю! Районы действия.
Ищу укрытие. Открываю огонь. Отлично. Да, пока черную руку обстреливают эти пушки, они не получат контроль над этим местом.
Рядом с тобой очень важная гавань Пуэрто-Диего. Там сейчас черная рука минирует транспорт, чтобы взорвать его, если мы вдруг нападем. Тактика выжженной земли. Эти ублюдки из черной руки всегда так делают.